Геймер решил узнать, как выглядела бы Resident Evil Village для PlayStation 1, и олды вошли в чат. Правда, тут же вышли, ведь теперь хоррор выглядит еще страшнее, чем был изначально. И леди Димитреску, которая была любимицей фанатов, теперь вызывает у них только отрицательные эмоции. Художник, специализирующийся на 3D-анимации, 8 мая запостил на своем канале на YouTube Хулапи видео, в котором сделал демейк «Искусственное состаривание» трейлера Resident Evil Village. Блогер решил узнать, как выглядела бы графика игры, если бы та вышла для PlayStation 1. Оказалось, что такая версия выглядит еще более устрашающей, чем нынешняя. Ситуация в игре нагнетается еще сильнее благодаря тому, что многие лица людей выглядят настолько размыто, что различить их практически невозможно. Монстры, кстати, тоже кажутся опаснее, ведь понять, кто именно напал на персонажа, очень сложно из-за низкого качества графики. Леди Димитреску, которая особенно полюбилась геймерам, повезло чуть больше, ее внешность вышла самой детализированной, но из-за полного отсутствия мимики великанша вселяет страх. Фанаты игры, посмотревшие демейк, решили, что от этого она стала только страшнее. So we finally meet.